Светлана Леонович своим талантом покорила людей сравнительно недавно. Рисованием она увлеклась в 2020 году случайным образом, когда пришла забрать своего ребенка с художественного кружка. Всего несколько минут ожидания ее вдохновили на то, чтобы нарисовать свою первую картину «Маг». Я ее специально сюда принесла, чтобы каждый мог посмотреть, что если что-то хочется научиться каким-то вещам, то это можно сделать и, в принципе, достаточно быстро. Попробовав пастель, я, в общем, собственно говоря, остановиться не смогла. Очень мне нравится рисовать Брест, вот старые дворики, пошарпанное немножечко, потертое, но вот оно такое все атмосферное, просто замечательно. Светлана пробует рисовать в разных техниках, однако предпочтение отдает пастели. По ее словам, это очень тактильный материал, буквально с бумагой соприкасаешься. А развить талант брестской художницы помогла ее педагог Наталья Петрова. Хочу сказать, что это одна из самых моих любимых учениц, если можно так назвать. Потому что за такой короткий срок человек достиг очень больших высот в изображении. Техника пастели требует большого труда. Такое легкое изображение, живое, воздушное, понимаете? Вот это все присутствует на картине Светланы Владимировны. Всего 35 работ представила на выставке Светлана Леонович. Полюбоваться аппетитной клубничкой и красивым двориком пришли как взрослые, так и дети. А здесь настолько зримо, настолько вот все естественно, что хочется руку протянуть к этому очарованию. Молодец художница и вообще Светлана такая одаренная. Приятно, когда есть люди, которые умеют что-то творить и этим делиться с людьми. Поэтому огромное-огромное спасибо. Я как архитектор, интерьерщик, сразу смотрю и понимаю, что это можно повесить в гостиной, это, допустим, в спальне, это подарить молоденькой девочке, это повесить картину какой-то строгий кабинет. И ты понимаешь, что эти картины для абсолютно разных людей. И это выдает один и тот же человек. А ведь правда, внутренний мир этих картин многообразен. Выставка графики Светланы Леонович потрясла многих гостей. По их словам, глядя на картины, возникало чувство радости и гордости за таланты Бреста. Валерия Гальперина, Юрий Плинта, телерадиокомпания «Брест».